Друзья, всем привет! Я сегодня продемонстрирую вам своих новых самочек. Этих самочек я приобрел на ярмарке в городе Кропоткин. Вот с такой переносочки приехали они ко мне домой. Видите, здесь у них есть и корм, и водичка, соответственно. Рекомендую, кстати, кто летом приобретает канареек, перевозить их в таких переносках и обязательно ставьте воду, потому что очень жарко, и канарейки трудно переносят транспортировку в жару. В общем, вот такие вот три самочки. По возрасту самкам 1,5 года. Хозяин решил уменьшить поголовье канареек и немножко увеличить поголовье попугаев, и поэтому распродал хороших самок. Ну, со слов хозяина, самки хорошие, мамы. Я взял себе, попробуем, посмотрим. Сейчас они у меня посидят, отдохнут. И я думаю, может быть зимой, может быть ранней весной или поздней зимой будем пробовать разводить. Так что вот такие вот дамы приехали. Обратите внимание, все они разного цвета. Желтая, оранжевая, морковная и белая. Кстати, давно я гонялся за белой канарейкой. У нас сегодня раннее утро. Такой решил вам обзор сделать, что все были в курсе, что появились новые самки. Вот. Так, ребятки, кто заказывал у меня западки? Западочки все готовы. Я вам сейчас покажу. Друзья, есть вот такие западки. Я бы сказал, у нас хорошая новость. Наше предприятие увеличивает ассортимент изделий. Вот такие есть западки. Вот, заказывали 4 одиночных. Это подвешивается на клетку с приманной птицей. Вот они находятся, 4 западка одиночных. И 5 западков двойных с отсеком для манной птицы. Вот вы видите. Вот отсек для манной птицы. Сюда вы садите щегла, репла, снегиря, на кого вы будете ловить. Также сюда вставляется поилка. Насыпается корм. Поилка вставляться должна обязательно, потому что птица должна манная сидеть с водой. Поилка вставлена, корм насыпан. Собственно, западок готов к работе. Вот. Западки оборудованы вот такими вот столистыми проволоками, довольно качественными. Значит, птица прилетает, садится сюда, проволока срабатывает, и это дело закрывается. Вот. Там остается у вас пойманная птица. Это может быть щегол, чиж, ну и все разрешенные птицы. Наступила осень у нас. Теперь можно ловить птиц. Я рекомендую всем приобретать такие западки, потому как за сети можно получить замечания, мягко говоря. Значит, что касается западков. У кого есть желание приобрести вот такой вот хороший западок, значит, проволока в данных западках, ну и кто, соответственно, закажет, есть бамбуковая палочка, есть здесь, как здесь, нержавейка. То есть это долговечный западок. По материалу, значит, дерево здесь бук, твердое дерево, бук, дуб. Но вот в этих западках у нас идет дуб. Нет, ошибся. В этих западках у нас идет бук. То есть очень хорошее дерево. Если поймается, к примеру, та же синичка, залетит синичка, она вам не раздолбет вот эту вот палочку. Бывает, если сосны, они мягкие, и синичка расклевывает. Но это очень редко, но все равно. Некоторые предпочитают с дуба, с бука. Вот сейчас у меня есть с бука. Значит, сейчас мы эти западки запаковываем, и они уезжают. Тут у меня два этих заказали в Ленинград, едут. 3 вот этих едут в Томск, и вот эти 4... Все к разным хозяевам. То есть каждый заказал по одному западочку. Друзья, кому надо еще западки, пожалуйста, заказывайте заранее, потому как уже сезон начался. И вот я сейчас успел сделать. Ну, мне тут помогал один человек. Мы вместе с ним сделали. Отправим.
А кому надо, заказывайте. Номер телефона вот, пожалуйста, на экране. Пишите на WhatsApp, звоните на телефон. Заказывайте. И я вам изготовлю хороший западочек. Почтой отправлю. Придет в целости и сохранности. Так, значит, вот эти западки ничем не обработаны. А можно обработать маслом, воском. Масло льняное. Цвет меняется. Они становятся более темные. Птицы незаметные. Вот сейчас они белые. Ну, в общем, кому как нравится. Если что, имейте в виду, можем покрыть маслом. Как работает западок? Для тех, кто не знает. Здесь у нас есть присадочная палочка. Птица садится. И вот таким образом срабатывает западок. Вот, видите как. И все. Вы приходите. Вот тут крючочек. Этот крючочек вешается на, ну, это где будет у вас сидеть манная птица. Вот. А здесь уже оборудовано, именно непосредственно есть там отсек для манной птицы. Все закрывается, все сделано качественно, крепко. Если такой западок упадет нечаянно, то абсолютно ничего с ним не случится. Потому что он проклеенный, собран на клей и собран на специальные рифленые гвозди. Есть такие гвозди, они входят гладко, а выходят уже сложно. То есть там такие специальные надсечки есть, как шелуха, как елочка. И он туда заходит, а назад уже против шерсти ему выйти трудно. То есть такой гвоздь очень хорошо держит данное изделие. Ну, друзья, не стесняйтесь, пишите, заказывайте и получите самые хорошие, или, я бы сказал, одни из самых хороших западков. То есть они будут вам служить верой и правдой долгое время. Не развалятся, не раскиснут, и птицы их не склюют. Вот такие вот получите западки. Ну и вернемся к канарейкам. Значит, данные самки предназначены как для разведения. То есть буду паровать их с кенарами. Также у меня есть белый кенар. Попозже сниму видеообзор кеноров, покажу. Вот. И хочу попробовать тоже гибридизацию. Вот для гибридизации буду использовать... Желтую точно буду использовать, морковную буду использовать, ну и посмотрим, возможно, белую. Я еще посоветуюсь с более опытными ребятами, кто занимается именно гибридизацией, и посмотрим, стоит белую самку впускать в паровку к щеглу или нет. Сейчас, кстати, будем ловить слетков молодых щеглят, одомашнивать их, приручать, и весной будем делать гибридизацию. Да, пока эти данные самочки будут у меня находиться в карантине, отдельно от всех птиц, я их пропою витаминами, пропою противомикробными средствами. Также паразитов погоняем условно, потому что вдруг там кто-то есть у них. Ну, в общем, друзья, самки идут в карантин, а я иду на почту отправлять западки для тех, кто заказывал. Всего всем хорошего, всего доброго. Подписывайтесь обязательно на канал, рекомендуйте друзьям. До скорой встречи на моем канале.